Для спортивных достижений есть простор. Устанавливать рекорды скорости и силы юные жители Краскова теперь могут на новой спортивной площадке. Она появилась у школы номер 59 благодаря муниципальной программе образования. Подробности в нашем сюжете. Вечно зеленое покрытие футбольного поля к матчам готово. Новенькие дорожки с резиновым покрытием – хорошая новость для легкоатлетов. Площадка у 59-й школы чуть больше, чем просто стадион. Спортивный комплекс под открытым небом удовлетворит разные физкульт-вкусы. Это довольно современный стадион. Раньше был не очень хороший стадион по сравнению с этим. Тут можно играть в футбол, баскетбол, заниматься на турниках. То есть, а тогда нельзя было. Новый стадион стал по-настоящему дорогим подарком для школьников. На строительство универсальных площадок муниципалитет выделяет по 10 миллионов рублей. Одна из основных целей программы образования – создание благоприятной спортивной среды в школах. Те, кто занимается собой, занимаются спортом, стремятся к здоровью, быть здоровыми, у них все получается и в учебе. Вот этот пятачок спортивный, он будет способствовать вашим успехам. Поэтому я вас с этим поздравляю и с ней желаю, чтобы все, что вы задумали, у вас сбылось. Образование – программа долгосрочная. В округе она продолжит работать как минимум 4 года. В скором будущем современный стадион откроют при Малаховской школе номер 47. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.